Здесь это будет как раз на сайт, чтобы вы могли зайти. И просто как бы продолжу начатое, что это посвящение, это один год, это не просто, это не сравнить даже, как бы сказать, с приходом, да, на какое-то служение, там, трех- или четырехчасовое. Потому что это, я даже не знаю, как это сравнить, но это нужно просто пережить. Ты целый день просто находишься с утра до вечера, как бы в служении. В служении ты свидетельствуешь о своей жизни. Ты рассказываешь переживания. Многие из нашей группы были только реабилитанты. Вот. Они только пришли от зависимости, от алкоголизма. И они тоже еще не знают, что там в течение этого года, что будет. Остаться ли там вообще... учиться дальше, у них всякие переживания были, и ты также им служишь, ты также им говоришь, именно ободряешь, вот. И поэтому там просто в течение всего с утра до вечера это присутствие самого Бога там, и каждый день, и действительно это стоит пережить, и главное, что Он дает следующий шаг. Он открывает, что, для чего ты вообще здесь, на этой земле. Потому что многие в церквях, я сам был таким, я не знал, ну к чему Бог меня призывает, что мне нужно для этой жизни. Каждый день по воскресеньям приходить и отмечаться здесь, ну прославить еще что-то. Но что-то Бог большее хочет от вас. Бог хочет, чтобы вы послужили на этой земле. И эта школа, это просто дает как бы двери, она открывает эти двери, чтобы можно было послужить. Потому что после этой школы, когда я целый год отучился, последний, то я только был в благословении. У нас столько было дверей открытых, мы могли служить, мы узнали каждый свой дар, что Бог приготовил. Я даже и сам не знал, что думаю, ну что я могу, кому рассказать. А после школы служения у меня открылось просто-напросто дар евангелиста. И я сейчас езжу по всем странам, по всем вот местам, где нас призывают, где служение. Я просто говорю о Боге. Говорю, разные варианты были. Вот. И есть даже вот Люба, которая была вот со мной в некоторых даже местах, где мы вместе служили и говорили о Боге, и рассказывали, свидетельствовали, и молились. То есть Бог как бы открывает что? Что для тебя Бог хочет сделать? Потому что у каждого есть какие-то вопросы перед Богом. Что дальше? Что завтра делать? Что через год? И Бог открывает. Именно вот в такой вот школе подобной. Может быть, не эта школа, может, что-то подобное. Но просто я говорю о посвящении, когда ты целый день находишься в этом помазании просто-напросто. Каждый день ты общаешься о Боге, свидетельствуешь, служишь, ездишь. Там есть дни практики и так далее, и так далее. Люди приезжают со всего мира за свои деньги. Просто приезжает, чтобы поделиться о том, что Бог сделал в их жизни. Горячие служители, все, епископат, там, я не знаю, служителя, евангелисты, там все приезжают, чтобы просто поделиться на разные темы. Просто учат. Это великое просто дело. И действительно, я просто призываю вот, молодежь особенно. Потому что когда вы заканчиваете школу, вы не знаете, ну да, можно пойти на профессию, но там даже были такие студенты, они были, что даже не знаю, они просто-напросто оставляли школу на год академический и приходили учиться сюда. И в этой школе уже открывалась дальше дорога. Понимаете? Я просто... призываю вас. Благословение вам всем. Если действительно хотите еще
кто-то заинтересовался, просто подойдите, мы пообщаемся с вами. Во имя Иисуса Христа.